Оглушительные победы, мировое признание и сотни кубков. Эстрадному балету «Экситон» 30 лет. Свой юбилей прославленный коллектив готовился отметить в прошлом году, но по понятным причинам это стало возможным только сейчас. Поздравить признанных звезд удалось и нам. Дарья перед собой! Даша перед собой, нога! Так старательно, оттачивая каждое движение, юные дарования ежедневно повторяют каждый элемент танца. Ступают на яркую танцевальную тропу будущие звездочки совсем маленькими. С трехлетнего возраста они учатся устойчивости, выносливости и гибкости. Для прыжков, например, нужно хорошо сесть в плие, в глубокое, чтобы хорошо вытолкнуться, и в воздухе себя надо хорошо контролировать. Каждый номер – настоящее произведение искусства. В арсенале прославленной труппы – бальные, народные и современные танцы. Они не играют на сцене. Каждую роль, даже самую незначительную, эти ребята по-настоящему проживают. Когда они появляются на сцене, замирает весь зал. Покорять танцевальный олимп прославленная ульяновская труппа начала еще в 2000-х. Спустя 30 лет они по-прежнему лучшие среди лучших. Удивительное чувство сцены, удивительная артистичность. Они очень здорово технически подготовленные, очень профессиональные ребята. И огромное удовольствие с ними было работать. Главные козыри «Экситона» – роскошные костюмы, отличная актерская игра и профессиональная хореография. И как вишенка на торте. Сложные акробатические элементы. Быстро в потолок, да? Если номер украшен акробатическими прыжками, это же всегда прекрасно. Вот он, естественно, лучше смотрится. И сейчас и время такое, что уже без акробатики неинтересно. Им аплодировали зрители многих стран мира. Эстрадный балет «Экситон» – многократный лауреат и обладатель гран-при всероссийских и международных конкурсов. Мировое признание – это в первую очередь заслуга педагогов. Именно они оказываются рядом в самый ответственный момент. Правильное слово «педагога» нужное в этот момент. Оно очень перенастраивает тебя на рабочий лад, и ты выходишь на сцену и прям делаешь свою работу и выкладываешься максимально. Екатерина Казакова преподает в «Экситоне» 20 лет. Свою жизнь без детей педагог с многолетним стажем уже не представляет. Когда ты работаешь с детьми, ты все время молодой, ты все время энергичный. Дети не дают состариться абсолютно, не дают потерять энергию. Каждому ребенку здесь индивидуальный подход. Особое внимание уделяют воспитанию личности. Самое важное – это научить человека быть человеком. Везде отмечают, что наши дети, они самые воспитанные, куда бы мы ни приехали. В этих стенах они не только учатся танцу, но и заводят новых друзей. За 15 лет у меня появились очень хорошие, самые преданные, самые лучшие друзья. Мне кажется, у нас будет очень много воспоминаний, и мы будем дружить всю жизнь. Эстрадный балет «Экситон» соберет друзей уже 30 апреля в ДК «Губернаторский». Программа большого юбилейного концерта будет состоять из лучших танцевальных номеров труппы и совершенно новых постановок. Будет очень много сюрпризов для зрителей. Мы всех приглашаем и хотели бы увидеть их всех на нашем концерте. Впереди у «Экситона» новые фестивали и победы. Но сегодня их праздник. Они с каждым годом становятся все более профессиональными, они становятся более яркими. И глядя на их выступления, вот чувство восторга начинает порой даже душить. Я вот с удовольствием их поздравляю, желаю им долголетия, желаю, чтобы все их вот эти начинания, которые у них есть, они развивались. И, конечно же, побед на международных, на всероссийских. И здоровья. Никакие пандемии нас не возьмут.